ну, где-нибудь там вторая половина года возможно появление у нас новых троллейбусов в достаточно большом количестве. Придут троллейбусы. Как вы видите решение этой проблемы, потому что это где-то процент, наверное, на 30 увеличит ваш фонд заработной платы, если не на 40. Скорее всего, что это будет... Что будем делать в этой ситуации? Как-то руководство города просчитывает такой вариант, что троллейбусы пришли, а у вас по договору денег нет, все, что есть. То есть, какая это может быть сумма, когда она реально должна появиться, и не получится ли так же, как получилось с трамваями и троллейбусами в 2015 году, когда они появились, а полтора года мы не смогли их запустить. Все классно говорили, что это проблема в кадрах, но на самом деле еще проблема была в финансах, потому что других денег предусмотрено не было. И здесь, при переходе на такой договор, дальше возникнет вопрос, а как получилось? Вот кто-то эту ситуацию просчитал для себя или нет? Оценил стоимость, задал вопросы департаменту финансов. Ну а вот если все-таки чудо случится, ну не чудо, а счастье случится, и они нам упадут на голову, что мы с этим счастьем будем делать? Я могу ответить вам на этот вопрос. Потому что это деньги, которые нужно где-то найти, дать электротранспорту, чтобы они ходили. Я отвечаю на ваш вопрос. Конечно. Смотрите, значит, с учетом 2019 года мы тоже рассчитываем на то, что троллейбусы вот-вот будут. С департаментом уважаемой Верой Евгеньевной мы тоже обговаривали этот вопрос и с ночью мы сошлись. В том, что если будут, понятно нам перспектива получения троллейбуса, она будет понятна где-то в августе месяце, как минимум, не раньше. Правильно? То на этот момент будет перераспределение бюджета и, конечно, мы учтем эти все проблемы. Давайте определимся в физическом выражении, о какой сумме может идти речь. Ну, я гипотетически говорю, что если это 500 миллионов, утрирую специально, то мы их никогда не найдем. Нет, я думаю, что, во-первых, не пойдут сразу нам все 20 троллейбусов. Максимум, что может прийти, это 5 троллейбусов. Все. Говорили про 40 троллейбусов. Нет, 40 троллейбусов будет каждый год, поставщик планирует. Давайте там около 20 троллейбусов. 17 до 20. Вот такая подождите, программа. Вы уже знаете, кто у нас поставщик? Нет, я имею в виду, как это по опыту других городов. Винница, Ивано-Франковск, Львов, Киев. Это везде тенденция одинаковая. Ну, то есть больше... Смотрите, если нам нужны троллейбусы завтра, так может быть сыграть 2-3 конкурса, чтобы несколько поставщиков было, которые поставят нам эти троллейбусы в определенный период времени, если один не может выполнить нашу сейчас проект. Обыгрывается эта программа, и потом это же надо подготовить водителя, она подготовит базовую, поэтому идет до этого предвидение. Я поэтому и задаю вопрос. Я поэтому вам и отвечаю, что когда мы в августе месяце будем понимать ситуацию по поводу поступления троллейбусов, мы будем выходить, мы договорились с департаментом финансов, на внесение корректировки в бюджет при перераспределении, правильно? Если будет что распределять. Если будет что распределять. Но это речь может идти там от 2 максимум миллионов, не более. Всего, да? Ну, конечно, там сумма небольшая, только зарплата.